Разминочка. Обожаю разминку. Уху, минус 3, уху. А, блин. На. Сейчас дадим минус 3. Чекайте. Минус 2 есть. Остался еще один. Я обещал минус 3. Вот вам минус 3. Минус 4. Уху, просто чекайте. Я сегодня в ударе, походу, буду, да? Хотите, баг сейчас покажу. Ах ты гнида. Вот так вот резко приседаете. Вот, вы теперь можете, приседая, быстро бегать. Вот такой прикольный баг. Твою налево. Вот, блин, иногда баг, он вообще не подходит. Ладно, в следующем раунде прям досконально покажу этот баг. Вот, вот так вот садитесь. Резко приседайте. Ладно, не получилось. А чё все в другой стороне? Вы чё мне китки просто? Киданули меня, своего братана. Никого нету, ни одной гниды сейчас на горизонте нету, я не верю. Другие гниды уже тут как тут. Что со мной? Ну, с пистолета я еще хотя бы не разучился играть. Вот с пистолета вот я и то лучше играю, чем с этого долбанного калаша. Капец, что со мной? Вот сейчас точно должен баг показать. Вот сейчас просто обязан этот баг показать. Долбанный баг, который мне не получается сейчас делать, и из-за него меня выносит. Потому что я не могу настроиться. Хочу вам показать, но не могу показать. Потому что, вот смотрите, вот так вот. Присели, резко встаете, и вот вы бежите, приседая быстро. Такой баг я нашел, играя 24 на 7 каждый день. Ну, хоть какой-то баг нашел. И вот вы так быстро бегаете, они сами офигевают, это топ. Просто меня бомбит. Мне надо успеть ролик заснять за час. Это очень трудно. Так, у меня бомба, я отстал от жизни почему-то. Надо догонять. Садимся вот сюда и тащим просто. Дымовую завесу сделали просто. Сейчас будем тащить. Опа, спалился, поделился. Разворот. Поехали. Ой. Ну и где вы? Блин, я чеканул, ты чё, пацан? Пацан, пацан. Был пацан и нету пацана. Одного подбил, другого не смог. А-а-а, бесит, я ему с пистолета 70 хп нанес. Чё? Ты чё так лагаешь? Пацан, если ты затащишь, я буду в шоке. Ну да, понятно. Четверых. Вынесли одного. Нормально. А, не успел убежать, блин, твари вы недоношенные. Ну почему, а? Ну почему? Почему вы меня одного оставили, а двоих вынес, а остальных я что, должен тоже, что ли, вынести, успеть? Как я... Ой, блин, еще и забыл закупить. Ладно, ФС-ку закупился своим скинчиком. Самый лучший скинчик, который у меня был и есть. 6-4, чё вы такие нубы? Вот, я с пистолетом вообще сейчас буду ходить, а вы с автоматами там ходите, блин. Сыкуны вы недоношенные. Вот, наконец-то разбежались по карте.
Вынес одного. И другой меня вынес шикарно, просто блеск. Я мог нож взять, его зарезать. Но, блин, у меня мозг, блин, загружал это. Давай, тащи. Вот, мой любимый ФАМАС взяли. Их сейчас 7-4, мы их натянем вообще на 10-4. Хоть могли на 10-0. Но, блин, ну Тима. Не, ну Тима еще более-менее нормальная. Вот мой любимый ФАМАС, вот это уже другое дело. Пошла жара. Крыса ты сраная. Красавцы. Вкусно пообедал сегодня. Им. Это Тима, блин. Ну, против нас Тима какая-то слабая. Ну, блин. А, один из них еще выше, блин. Для честности, надо бы кого-нибудь кикнуть, но, блин, жалко. Жалко кого-то кикать. В принципе, все заслужили. О, сожрал. Сожрал еще один раз. А я думаю, еще другой сожрет. Перезарядка, перезарядка, перезарядка. Нет его тут. Он тут будет. По-любому. Топовенькие эти шикарные моменты. В ролик вставлю, и вы обязательно должны с ним поделиться и поставить лайк. Я буду очень вам благодарен. И вы попадете, если напишите комментарий, в следующем ролике. Кто хочет попасть, кстати, в ролик, реально комментарий пишите какой-нибудь крутой. И я вас отмечу, и все. Зашибись. О, опять Путян остался. Эта тварь... Ну как я его одного не могу убить? Ну почему я как-то мажу? Я даже не понимаю, как я мажу. 10-4, я говорю, мы 10-4 натянем, мы их не натянули. Какое хорошее небо для киллов. О, солнышко светит. Солнышко блестит. И сейчас будут петухи как кукарекать у нас от боли. Чего, блядь? Играть научись. Делаем баг. Отлично, баг сработал. Зачем флешки кидаете? У меня и без того лагает. Сойдет. Нормально. ФАМАС валяется. Быстрее, быстрее закладывай бомбу свою. Быстрее давай какаху налепи уже. Красавец. А я вообще без брони играл, смешно. Вот теперь потащим мы. У меня ФАМАС больше для счастья ничего не нужно. Почти. Ну или мне конец прямо сейчас будет, только с другой стороны. Идем просто в крысу, как они на нас все время идут, так и мы. Они на раш, мы просто в крысу. Уля-ля, мои киллы. Ой, один остался. Упустил одного. А теперь его прибил к стенке. Еще одного прибил. Ладно. Они сейчас все туда и полезут, ребята. Вы зачем? Туда им пускай подавятся. Я не буду туда идти, пошли вы все в жопу. Я отсюда посижу. Хотел в крысу пойти, а я тебя сам в крысу прибил. Пришмальнул. Сжувал, да? Сожрал, блин. Падаль ты. Во, нормально. Я, ну все, я пошел отсюда. Они просто сейчас в крысу нас выйдут. 7-3, мы сейчас просто... Иди в жопу от меня. Сейчас я... Вы в крысу идете, да? Ну, нет слов. Одного пропустил. Окей, мы просто играем в жизнь.
часто не понимая роль. Наш сюжет это белый лист, что-то там свой. Крыса ты саная. Крысы вы, блин, поганые, я вас шатал всех в рот. Я один остался против двоих. Вот и пришел мне конец. О, хрена! Еще один остался, вот последний. 1-1. Ну ты чё в крысу ели, как убил? Ну чё это такое, блин? Чё у меня за нубы достались, а не Тима, блин? Ну туда вот закидываем. Вот так вот. Пускай они там в дыму. Блин, ладно, в дыму я буду валяться. Да вы задолбали меня все. Они что, меня не убили еще? Я в шоке. Не понял. Теперь отсюда будем крысить. Вы меня бесите. Ну, пацаны, ну почему? Перезаряжаемся. Опять в крысу! Вы, наверное, уже поняли то, что мы проиграли, да? Да уж, сам в шоке я. Тащил, а все уже проиграли. Спасибо, что смотрели этот ролик. Всем удачи, всем пока-пока.